Более 10 тысяч работников трудятся в системе образования города. 40 тысяч тагильских детей посещают школы, 23 тысячи – детские сады. 20 тысяч являются воспитанниками учреждений дополнительного образования. Сегодня прием лучших педагогов в честь Дня учителя провел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На сегодня была возможность сказать всем учителям слова благодарности за их труд, поблагодарить и вручить награды отличившимся. Мы поздравляли, будем поздравлять всегда и чествовать именно тех людей, труду, благодаря труду которых мы сегодня состоялись, благодаря труду которых сегодня развиваются и живут наши дети и внуки. Событием стало первое вручение нагрудных знаков городской администрации за верность педагогической профессии. Их обладателями стали 5 ветеранов, имеющих стаж, исчисляемый десятками лет. Звания заслуженных учителей – другие награды. Это Валентина Семеновых, Элеонора Закревская, Галина Шалагинова, Юрий Трапезников, Петр Чекишев. Сегодня чествовали слияние мудрости людей, которые имеют колоссальный опыт, которые сегодня награждены впервые знаками за верность во своему профессиональному долгу, и в то же время учителям молодым, которые участвовали в конкурсе «Лучшие по профессии». Оно все говорит о том, что профессия учителя в городе на высоком уровне, профессия в городе совершенствуется. Также за заслуги 36 педагогов, удостоенные почетных грамот главы города и Министерства просвещения Российской Федерации, благодарностей Нижнетагильской городской думы, администрации Горнозаводского управленческого округа, городских управлений образования, профсоюза работников народного образования и науки. Наверное, самая главная задача у любого педагога, чтобы твои знания были востребованы детьми, чтобы им было интересно учиться. И самое, наверное, главное, чтобы они были патриотами нашей дорогой России. Исполнение ансамблем педагогов городского дворца детского и юношеского творчества гимна учителей Нижнего Тагила участники приема встретили стоя.